Так, возможности, значит, микроскопа Юника, американский микроскоп, темное поле. Вот. Темное поле убираем. Светлое поле. Так. Поляризация. Можно смотреть, в общем-то, различные минералы, кристаллы этот растить и смотреть в микроскопе. То все будет прекрасно, все видно. Вот это у нас 40 крат. Это у нас 100 крат повышенного качества в поляризации. Это 400 крат. Есть также 1000 крат. Вот 1000 крат. Надо, конечно, масло, поэтому я не знаю, стоит ли это показывать. Без масла будет не очень. Вот, в принципе, такой вот микроскоп интересный. Вот здесь у нас есть, у микроскопа есть диафрагма. Здесь есть, при помощи ключа можно будет центровать, то есть упрощенный кюлер здесь стоит, ну, как вот в исследовательских микроскопах обычно бывает. Для того, чтобы темное поле реализовать, здесь надо вот эту крышку чуть-чуть отвинтить, чтобы, значит, конденсер упирался вплотную. Тогда можно темное поле делать. Иначе никак. А так, если штатно вот так положить, темное поле уже не достигается. Достигается где-то 100 крат, 400 крат не пробовал. Может быть, 400 крат тоже берет. 1000 крат точно не берет. Поляризация, значит, у нас при помощи вот такого вот поляризатора ставится сверху, сюда вот. И там еще в голове у него есть поляризатор второй, получается. Объективы здесь планы. То есть это повышенного качества объективы. Это для тех, кто фотографирует, как бы такие вот моменты, это нормально. Вот. Здесь блок питания поменяли. То есть блок питания сейчас новый, хороший от Левенгока стоит. Ну, собственно, и там Америка, и тут Америка. Просто блок питания сделан в Китае, но по американским технологиям Левенгока. Вот, Юника, США. Вот. Вот кратко такие преимущества.